Российский инвестиционный форум выявил передовые проекты. Перенять лучшие практики развития цифровой экономики намерены власти Чувашии. Какие выводы по итогам рабочего визита в Сочи сделали в правительстве республики, расскажет Дмитрий Ковалев. На полях сочинского форума у правительственной делегации региона состоялись десятки двухсторонних переговоров. Глава республики отметил, что именно здесь местные власти перенимают лучшие практики для развития реального сектора экономики. В соответствии с указом президента России от мая 2018 года, мы участвуем в 47 региональных проектах. Здесь практически все правительство Российской Федерации. Поэтому отдельные вопросы, которые возникают с учетом реализации всех этих мероприятий, федеральные министры в таком доступной форме нам отвечают и наши предложения тоже воспринимают. За рамками деловой программы Михаил Игнатьев встретился с министрами спорта, труда, промышленности, энергетики, финансов, а также цифровизации и связи. С прицелом на рост товарооборота соглашения взаимодействия подписывают руководители субъектов. Эффективно работать на наш общий результат и наша управленческая команда в целом. От этого позитива будет больше, люди будут получать положительные эмоции. У нас 23-26 апреля будет проходить 5-я международная конференция и там выставка «Реловецкая». Вот говорим о цифровизации. Наши сейчас организации начинают конкурировать с мировыми компаниями. С этой точки зрения тоже, где какая нужна помощь по подготовке специалистов, где готовы оказать содействие. Партнерские связи с Чувашской республикой намерены развивать и в Крыму. На полях форума главы регионов провели переговоры. Бизнес чувашский работает непосредственно уже на территории Республики Крым. Все нормально. Помогаем, оказываем содействие. Михаил Васильевич, огромное спасибо. То есть лучшие практики, методики, то есть нам всегда предоставляются советом дружеским. Тут, знаете, как иногда совет добрый, он лучше денег, то есть как бы оказывает содействие. Поэтому, слава богу, нет на самом деле. И в рамках национальных культурных автономий, традиций, культура народов, проживающих в Чувашской Республике, точно так же у нас развивается. Комфортная среда – еще одна тема инвестиционного форума. Лучшие практики развития регионов формируют в единую базу. Мы сами не ожидали, какой отклик будет. Действительно, сколько проектов, правильный обмен эффективными готовыми решениями, которые регионы сегодня используют. Вопрос на самом деле не отсутствие или наличие лучших практик, вопрос скорее механизмов проявления, тиражирования, доставки этих лучших практик и каналов этой доставки. Ресурсов их всегда не хватает, их много никогда не бывает. В республике намерены реализовать проект «Умный город». Интеллектуальные системы могут помочь управлять жилищно-коммунальным комплексом и транспортными потоками. По итогам форума планируют принять и законодательные акты для развития информационных технологий. Это в частности и признание цифровой электронной подписи для электронного документа оборота в частности. Это внесение изменений в закон о персональных данных, который во многом сейчас очень сильно сдерживает развитие этих вариантов. Глава региона поручил проанализировать доклады экспертов и тиражировать лучшие проекты в республике. Чтобы реальные результаты нашей совместной деятельности отражались на социальном самочувствии каждого жителя, каждого гражданина. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Борис Андреев. Республика.